Фирму, которая занималась реконструкцией казармы в Омском 242-м учебном центре ВДВ, могут ликвидировать, как сообщил Коммерсант, Федеральное агентство по специальному строительству, возможно, упразднят указом президента. Все дело в многочисленных претензиях к срокам исполнения работы и финансовой дисциплине. Уже со следующего года Минобороны может напрямую заниматься всеми строительными работами на своих объектах. Напомню, обрушение казармы в Омске произошло 12 июля 2015 года. ЧП стало крупнейшей катастрофой подобного рода в российской армии. За последние годы погибло 24 солдата-срочника.